Путаюсь, путаюсь. Погнали слушать следующий трек, прежде чем мы начнем. Конечно же, Boosty, да, тележка, на которую нужно обязательно подписаться, чтобы знать, когда стримы, когда они начинаются, и быть вообще, в принципе, в курсе всей движухи канала. И, конечно же, Яндекс.Музыка, да, чтобы добавить к нам, добавить к себе наши плейлисты, чтобы всегда слушать интересную, да, музычку, где-то новую, где-то старую, да. Но всегда интересно, интересно, обновляем, стараемся делать хорошие подборочки. Погнали. Бесы, лярвы. Ветр, ветр, фьючеринг ветр, продюсер ветр. Когда ты сценарист, режиссер, постановщик, оператор, и ты сам у себя на фите, да? Что-то похожее было, когда Моргенштерн выпускал трек самим собой, да, Моргенштерн, фьючеринг Моргенштерн, парни, и группа или исполнитель решил сделать точно так же, да? Интересная, очень интересная обложка, мне порой нравится такой стиль. Очень красиво, да. У нас тут какой-то Думгай славянский режет ящеров и беса фигачит ногой. Интересно, красивая обложка, стилевая. Очень похоже на то, что сейчас будет рок, да, а не какой-то андерграунд. Прямо рок. Очень похоже на рок, да, патлы как будто бы намекают, тушечка. Славянская такая мифология, да, насколько я понимаю. Русы против ящеров, короче, вы поняли. Погнали слушать, что это такое. Бесы, лярвы. Плохо слышу тебя, бро, где ты? Чё скапай, блядь? Я боюсь, что сейчас скрим будет. Stop.
Я могу понять сильно... Тихо. Я могу понять опущенную там, да, капу, сильно убранную назад или вниз, но она здесь сильно пережата. То есть, возможно, я понимаю, да, что хотелось передать именно звук вот этого вот демона изнутри, как будто бы. Но капу сильно пережали. Она как будто сильно нагружена басом, а потом ужата на постпродакшене. Сильно пережата капа. Вот не получается нормально как-то вслушаться, потому что она именно сильно пережата. То есть там могло быть, да... лярвы, бесы, и вот оно, вот оно, да, то есть оно вот оно, вот здесь они меня мучили так долго, но оно сильно пережато, он вроде как, да, нормально читает, но при этом, как будто, я не знаю, как объяснить, сложно, очень сложно. С точки зрения образа, в принципе, на самом деле неплохо, но с точки зрения, да там и исполнение вроде как даже норм. Но сильно ужата капа, сильно ужата. Порезано, шо пиздец. Ну, задумка может быть такая, хер его знает. Не могу сказать ничего про харизму, там, вот это вот все, да, исполнителя, потому что очень плохо я его слышу. Именно плохо слышу, да. Тут речь не про атмосферу, я именно плохо его слышу. И довольно затянутый трек, на самом деле, да, потому что развитие никого не дает. Действительно, вот, если бы в конце был скрим, неожиданно, да, громкость бы поднялась, и пусть даже капа была бы ужата в усмерть, но она была бы супер громкая, например, да, на неожиданности. Возможно, эффект бы интереснее сработал. Но, к сожалению, никакого развития здесь-то не получает, все идет максимально ровно. И как бы сказать, здесь больше нечего. Это просто очень странная работа. И я не совсем понял, где оригинальный ветер, а где фитовый, да, исполнитель, поэтому вопросики. Но в любом случае, спасибо, будем знать теперь, что такое ветер, что он есть и что можно исполнять даже вот так. Спасибо.